Всем здравствуйте! Это мой второй видеоотчет. Пару дней назад мой ребенок был какой-то странный. Какой-то вот, и как будто его подменили. Все ему было не то, мультики он не хотел. Какой-то как депрессивный был. Я написала Давиду, что ситуация очень сложная, я не могу понять, что с ним происходит. Давид мне сразу перезвонил, вот, на скайп. Мы с ним пообщались, он меня успокоил, он мне дал очень правильные советы, что я должна в таких случаях делать. Вот. Мы поговорили, все. Он передал большой привет Косте, моему сыну. Мы попрощались, я пошла готовить. Буквально через несколько секунд ребенок чудом. Все у него стало нормально, как будто ничего с ним не происходило. Он пришел ко мне на кухню в хорошем настроении. Мы с ним вместе готовили. Он взял ложку, мы с ним вместе мешали, жарили котлеты. Вот. И все ему было интересно. Он пытался что-то мне говорить, показывал. Вот. Это большое чудо, что ребенок так на глазах резко поменялся. Вот, это большое спасибо, конечно, Давиду за это. Вот. И еще у нас изменения. Ребенок стал очень, как сказать, самостоятельный. Если я раньше закрывала какие-то двери от него, чтобы он никуда там не ходил, не трогал ничего, сейчас он уже все ключом сам открывает. Для него это уже не проблема, он все это уже понял, как это все работает. Вот, вот такие у нас происходят чудеса. Большое спасибо за все Давиду. Спасибо за внимание.